Валя, Люба та Оля, холостячки і самотні матусі. У них є все. Чудові діти, улюблена робота і вірні друзі. Немає тільки коханого чоловіка. Історія кожної неповторна та унікальна, а об'єднує їх палке прагнення любові і непідробна щирість. Одного дня жінки вирішили порвати із самотнім життям. Допоможе їм у цьому канал «Один плюс один». Історії красунь зачепили заживе сотні чоловіків по всій Україні, але тільки п'ятеро виявилися гідними змагатись протягом двох тижнів за серце однієї героїні. Учасники шоу не знайомі між собою, ніколи раніше не спілкувались і зустрінуться вперше. Такі умови проєкту. Кожної програми один кавалер сходить з дистанції. Забув правила першого побачення, не здатен на достойні вчинки, бракує фантазії, вмінь чи бажання влаштувати казкову зустріч геть з проєкту. З ким попрощається героїня, знає тільки вона. Своє рішення виголошує публічно. Найзапекліша боротьба настає у півфіналі, коли чоловіків лишається двоє. Вони мусять підкорити не тільки серце коханої, а ще й отримати прихильність її дитини і найближчих родичів. Нагорода переможцю – любов жінки і щастя на все життя. Така мета варта запеклої боротьби. У минулій програмі холостячки призначають побачення всліпу. Оля знайомиться з женихами у бабусі на подвір'ї. Люба запрошує гостей до шикарного ресторану. Валентина розважається на гавайській вечірці. Враження від знайомства всліпу із п'ятьма різними чоловіками були дуже сильними. Щоб прислухатись до себе і розібратись у власних відчуттях, холостячкам потрібен час. Тільки сьогодні жінки вирішать, з ким із чоловіків попрощатись, а в кого буде шанс боротись далі. Настав новий день. Для принцеси розпрощатись з одним із кавалерів зовсім не складно. Проснулась з хорошим настроєнням, не пам'ятаю, щоб мені щось снилось. Я навіть хотіла, щоб мені приснились какие-то претенденты, как подсказка в каком-то сне, но я не помню какого-то яркого такого момента, который бы мне вот один запомнился. Может быть, даже меня это немножко пока расстраивает капельку. Я с удовольствием отомщу им, мягко говоря. Не считаю, что мужчине все так легко должно доставаться. А у матуси Оли ніч была тревожна. Ой, ніч была... майже безсонною, після скількох емоцій, скільки всього нової інформації, важко було заснути. Мабуть, разів чотири за ніч просиналася. Я весь час різні думки в голову лізуть. Отак роздумувала над кожним із претендентів. Дуже важкий вибір, не знаю, всі себе показали. Кожен скільки, з якої сторони зміг себе проявити, так і проявив. Дякую. Дякую, приємно. Щоб не було сухо і офіційно. У мене на самом деле не красиво, но полезно. Львовське домашнє настояще мас. Може, ти подивишся з мамою на дядів і допоможеш мамі вирішити? Так, Мішенька, так. Можеш підійти. Навіть сильній жінці Любі, щоб не схибити з вибором, потрібен порадник. Устами підлітка істина промовляє. Смотри, я хочу тобі показати фотографію. Це Дмитрий. Він адвокат. Серйозно? Да, більше, ніж. Люба є дуже домінантною персоною. Я вже приблизно зробив певні висновки, які кроки мені треба зробити, щоб мої шанси ще зросли. А от як ви відноситесь? От у мене взрослий ребенок є, 11 років сину. Як ви відноситесь до такого? Я ніколи не стикався такою ситуацією, чесно тобі скажу. Слишком? Ну да, по фотографіям можна сказати. Робота у чоловіка така.
тут два Ярослава, два Сергея и один Дмитрий. Представляешь, как тяжело. А мне, чтобы различать, мне пришлось дать ему условное прозвище. Нет, Сергей, ну, фотограф это, не прозвище даже. Сергей джедай. Он все-таки единоборствами занимается. Вот, а Ярослав, получается, Ярослав путешественник и Ярослав ресторатор. Это Ярослав. Он работает директором по развитию ресторана. А Люба красивая, эффектная, нравится как женщина внешне. Видела вот эту осанку, спортивное телосложение. То есть у тебя именно это с танцами, да, связано? И свой дядя. Этого человека зовут Сергей. Молодой, ему 25. А, несмотря на то, что я младше, все равно хочется доказать, что на меня можно обращать внимание. Высшее образование, магистр. Да. Это Ярослав. Он любит путешествовать, и у него работа связана с организацией путешествий, активным отдыхом. Очень красивая женщина. Какая она, я затрудняюсь пока сказать. Мое сердце пока молчит. Она похожа на Бельмондо. Сергей, ему 23 года, он занимается единоборствами ближневосточными или свою систему придумал. Прикольно. Такой задумчивый, видишь, он в себе. Философ. Люба красивая. За этой красотой что-то есть. Такая женщина мне по зубам, чтобы вы не забывали, кто вы для нас. Хороший. Чего? Потому что он в позе лотоса сидит? Не знаю. Полистать. Зиву строгий какой-то вот все время. Занят, наверное. Занят, наверное, все время? Да. Так он и говорит сам, что он очень занят. Ярослав, ресторатор. Это прикольно. Ну, это потому что он улыбается на фотографиях? Да не, вообще видно, что он такой. Сергей, фотограф, невеселый. Или веселый? Ну, какая разница. Какая разница. Примхлива принцесса Валя уже розклала пасьянс із кавалерів. Евгений мне понравился тем, что он высокий. Я люблю высоких мужчин. Моя привилегия заключается в том, что он высокий, красивый, доктор, обаятельный. Ну, я вот сомневаюсь в его внутреннем таком мужском стержне. Александр очень интересный собеседник. Но для мужчин, наверное, это не самое главное качество. Ну вот, честно говоря, когда мы познакомились с тобой, пообщались, ты видишь нас как пара в будущем? Конечно. Мне не понравилось, что он маленького роста. Не каждый день видишь девушку, которая красива не только внешне, но и внутри. Я попал в плен переживаний. Но ночь сделала свое дело. Не почувствовала какой-то его готовность вступать в бой, скажем так. Павел. Павел смешной. Ну, наверное, чересчур смешной. Такой смешной, каким не должен быть мужчина, но для меня. В принципе, у меня не было никаких ошибок. Я все делал правильно. Вот девушка говорит тебе нет. Как ты будешь реагировать? Я пожелаю ей успехов. Но дальше бороться с девушкой не будешь. Как я могу бороться, если я уже буду вне проекта? И вот эти его постоянные высказывания о том, что я буду победителем, я никогда не бываю вторым, я никогда не проигрываю. Меня это очень, честно говоря, немножко даже раздражает и отталкивает. Я останусь, останется Евгений и останется Дмитрий. Дмитрий спортивный мужчина. Мне Дмитрий понравился, сильный мужчина. Уверенный в себе, мне кажется. Это та женщина, которая меня зацепила. Мне интересно повоевать, ну, в некотором роде. Попикироваться словами, поулыбаться, скажем так, поёрничать немножко. Я это люблю. Это у меня, если не ошибаюсь, удалось. А сколько ты зарабатываешь? Ну, с каждым месяцем все больше и больше, я так скажу. С хорошим чувством юмора, так же, как и Сергей. Я Вале понравился вчера. Я видел, как она реагирует на мои шутки. Ей это нравилось.
Ну, уже огонь горит, уже свечи горят, ну, да. Цветы. Я разделась уже практически. Интересный собеседник, очень внимательный, спокойный, рассудительный. Я думаю, так как она мать двоих детей, она ищет не просто себе мужа, она ищет еще достойного отца своим детям. Мои дети, они очень хорошо чувствуют других людей, очень хорошо. И для меня действительно очень много раз это было проверкой. Давайте сейчас посмотрите. Вот это Сережа, вот это Дима, вот это Паша, вот это Женя и вот это Саша. Кто больше всего нравится? Вот это. А вот это мне не нравится. Вот это тебе не нравится? Не нравится вот это. А тебе кто нравится больше мне всего? Мне вот это. А мне не нравится вот это. Не нравится, да? Да. А нравится вот этот? А вот этот как вам? Близнюки мамі усі карти сплутали. Прекрасные мужчины. Давай, ми порадимося з тобою. Добре, подивися з мамою фотографії. Доля Оліних чоловіків у маленьких рученятах Кіри. Давай подумаємо, якого ми дядю залишимо? Який тобі дядя подобається? А ну, покажи пальчик. Ну, оце дядя подобається, багато сміхається, так? Замечательна дівчинка. Головне, що улыбчива, добра, відзивчива, готовить вкусно. Я сіяю вже і завтрак, і обід, і ужин завтра намучив. Мені, наприклад, Толік занадто він молодий і такий, він ще неопределений такий. Він, да, розговорчив, ну занадто в нього такий. Так, я не скажу, що він зовсім там, можливо, він серйозний. Ну от, не знаю, не цього. А ще, може, хтось ще кого залишимо? Так, цього дяді залишимо. Ще якого залишимо? І от цього дяді залишимо. Добре, матуся підтримує твій вибір. От, Сережа, наче, так в стороні спочатку стояв, не цього не... От в нього нема так, щоб виявити от такого теж підтушинства, такого там я. От, але він такий тихенько, з-під боку, шашличок наріже, тихенько щось там розкаже про себе і зверне увагу все одно. Доволі таки симпатична баришня, тобто, ну, з удовольствием пообщаюсь і... Надіюсь, щось вийде в дальнейшому. А чому тобі цей дядя сподобався? Незвичайний, так? Да? Незвичайна зачіска у нього, так? Дядечка, а ще кого залишимо? Ще якого дядя? Оцього. Ольга, як дівчинка, мені дуже подобалася. У нього ярко виражений погляд, глибокі очі. Вогонь! Туди біжить, там дає, там підказує, там він не відходить взагалі ні на секунду. Не такой красивой девушки и красивой работы должна быть. Комплименты сыпалися рекой просто у него. Дочечка, а ще кого залишимо? Мне понравилось, наверное, это то, что девушка действительно любит готовить. Вот этого я точно попробую. Обязательно. Все надо пробовать. Будущий муж, он будет всегда сыт. Тот, который был до нас, я думаю, что он сделал очень большую ошибку. Да, и после того, между что... Между прочим, мы так все думаем. После того, то, что он увидит и будет просто завидовать, что он потерял ту красивую девушку. Ну, розмовляючись, намагається, також намагався відкритися, но у него наскільки не вийшло. Я думаю... Что стоит сражаться за эту девушку? И вот этого залишь. Девушка жизнерадостная, что самое главное, неугрюмая. Заказывали. Вот. Ну и судя по тому, как она готовит, то вполне хозяйка достойная. Тяжело встретить девушку, которая разбирается в кулинарии. В основном все разбираются в косметике, как наращивать ногти, волосы, которые не выросли, глаза, румяна. Відчувається те, що людина, от я, і друге протиріччя не може бути. Чись, я не знаю, от мені такий бар'єр постав. Ви живете в готелі, вас там кожен день перестилають, готувати вам не треба. Ви ходите, берете там 18 салатів, там, напитки, кофе, чай, там, молоко, там, бринза, сир. Там, ну, 18 салатів тільки. Занадто такий.
категорический. І своя думка, в яку він не пускає нікого, і навіть розсуждати не дає.